Всем привет, меня зовут Саша, и в этом видео я расскажу о моих липсмейкерах. Немало людей в комментариях под видео, в личных сообщениях ВК задавали мне такой вопрос. Где ты купила липсмейкеры? Как заказала? Расскажи о них вообще, какой тебе больше всего нравится, какой мне купить? И сегодня, так скажем, созрел снимать такое видео. Всех моих 7 липсмейкеров, и кому интересно, оставайтесь со мной, и давайте начнем. Итак, начну рассказывать с моего самого-присамого прелюбимого липсмейкера. Это Кока-Кола Ванила. Выглядит вот таким вот образом, вот такого красивого желтого цвета. Оно на губках смотрится прозрачным. Безумно приятно пахнет Кока-Кола Ванилой. Мой самый любимый. Действительно, запах просто потрясающий. И сразу хочу сказать, что они все увлажняют губы, чтобы я каждому не говорила, что он увлажняет у меня губы и так далее. Я его израсходовала очень много, у меня осталось мало. Он вообще один. Лучше бы, чтобы у меня было их столько. Многовато ли мне подумать? Так, следующий мой бальзам с кока-колой простой. Кто любит запах кока-колы, этот бальзам создан специально для вас. Он безумно приятно пахнет колой. Такого красивого коричневого цвета. Запах его действительно потрясающий. Пользовалась им много. Но, кстати, он просто не задвигается у меня туда. Поэтому я выдвинула сколько могла. Вот. Он мне тоже очень нравится, и могу всем его порекомендовать. Так, следующий будет бальзамчик с фантой апельсиновой. Это безумно приятно пахнет этот бальзам фантой апельсиновой. Я даже один раз купила и сравнила бальзам и напиток. Они действительно практически одинаково, даже не практически, а одинаково пахнут. И мне этот бальзам очень нравится. Кстати, в чем еще прикол этих липсмейкеров, то что их очень сладко слизывать с губ. Следующим будет спрайт. И это действительно тот бальзам, который хорошо выбеливает губки. Вот такой вот у него сводч, как вы можете заметить, он слегка такой беловатый, но вам на руке не видно. На самом деле он губки действительно выбеливает, я иногда именно крашу губы, когда снимаю видео. Кто не любит выбеливающие эффекты, то тому этот бальзамчик не подойдет. Следующим будет вот такой вот бальзамчик с M&M Dams'ом. Milk Chocolate Flavored Lip Gloss, вот такая вот у него крышечка с M&M Dams'иком. И он приятно пахнет шоколадками. Вот такой вот у него сводчик. Вот. Слегка такой коричневатый. На самом деле на губках он не смотрится коричневым. Его, как все липсмейкеры, очень приятно слизывать с губок. Так, сейчас вам покажу вот такую вот сладкую вату. Такой розовенький. Блин, не хочет открываться. Такого красивого розоватого цвета. Тоже пользовалась им активно. Безумно приятно пахнет сладкой ватой. Хорошо увлажняет. И, в принципе, мне нравится, но он пахнет не прям сладкой ватой, но чем-то очень сладеньким и очень вкусно. И, наконец, последний мой липсмейкер с тропическим пуншем. Это, блин, самый такой липсмейкер, который мне просто подрался. Ободрался у него упаковка. Знаю, что теперь с ним делать, потому что, видите, вот эта пленочка отклеилась, но... Короче, он пахнет очень приятно тропиком, но, если честно, мне этот запах нравится, но все-таки от него не балдею. Вместо него я хотела какую-то фанту, но фанты не было в наличии, там, которая была с виноградом. Вернее, с клубничкой не было в наличии, а с виноградом, когда мне везли, ее разбили и привезли вот этот бальзам. Вот такой вот сводч у этого бальзама. И сейчас я вкратце расскажу, где можно купить липсмейкеры. Их можно купить в различных группах ВКонтакте. Можете найти меня ВКонтакте, я там есть в различных группах. С липсмейкерами, которые называют там липсмейкер, Киев и так далее. Но там они рассылают бальзамы, где хотите, где вы живете, туда вам и пришлют. Там продаются Кармакс, ЮС, Хоровы всякие. Ну, короче, классные бальзамы. И я знаю, кто живет в Москве. Там можно купить, если я не ошибаюсь, Магнит Косметикс. И точно знаю, что все покупают в Подружке. У нас нет таких магазинов. Кому интересно, где именно я заказывала мои липсмейкеры, в какой группе, пишите обязательно в комментариях. И если я найду вас в ВК, то я вам обязательно скину ссылочку. Или же напишу просто в комментариях, ссылочку скину. Итак, это было все видео на сегодня. Надеюсь, что вам оно понравилось. Вы поставите мне лайк. Подпишитесь на мой канал. Это была я, Сандра Виталини. Всем пока!